С первых минут было видно, что игра такая будет заряженная, и это подтвердилось большим количеством голов, в том числе в конце игры. Какие впечатления у тебя о трибунах? Чувствовалось сегодня, что игра неординарная, поддержка была просто отличная, особенно, возможно, потому что голов было в том числе очень много. Первый тайм команде не удался, но зато во вторые 45 минут «Локомотив» было не удержать. Что сказали в перерыве, в раздевалке, что поменяли в игре? Все тактические детали выложить не могу, рассказать не могу. Безусловно, попросили атаковать нас больше и более точно, что мы постарались и выполнить. Расскажи немного подробнее о своих голевых действиях. Что касается голевой передачи, то она, считаю, что была очень важна, потому что после второго забитого гола команда окрылилась, побежали вперед, стали создавать больше моментов, придало это ребятам больше энергии. Гол был хороший, такой достаточно простой, и все-таки могли мы в конце еще забивать и выигрывать.